Утвержденный план действий по снижению негативного воздействия пандемии коронавируса и колебаний мировых энергетических и фондовых рынков на экономику Азербайджана определил развитие цифровой экономики приоритетным направлением. Запущенные ранее интернет-порталы AzExport, Digital Trade Hub и Enterprise Azerbaijan формируют основы технологического фонда ненефтяного сектора и позволяют предпринимателям эффективно работать в режиме онлайн. На данный момент около 60 электронных и мобильных пользователей из 25 стран подали заявки на проведение удаленных деловых операций в Азербайджане. AzExport порталы yerli məhsullar üçün 1.7 milyard dollarlıq За время своего существования портал AzExport получил экспортные заказы на местные товары на сумму 1,7 миллиардов долларов. В то же время впервые в нашей стране посредством сайта Enterprise Azerbaijan на платформе Kickstarter был размещен стартап. Это означает, что наши граждане имеют доступ к рынку стоимостью 24 триллиона долларов для финансирования своих идей.